Jason Voorhees. Всем привет! И сегодня я хотел бы обсудить, как мне кажется, довольно неплохую пародию на FNAF. А перед началом ролика обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайки и пишите комментарии. Давайте начинать. Недавно вышел трейлер игры Chompers, и на Game Jolt есть тизеры, которые я разберу в этом ролике. В первом тизере мы видим пиксельную картинку одной из мини-игр, как в принципе во всех играх по FNAF. Мы видим официанта-жабу, который несет какую-то еду нашему главному герою, крокодилу. И на этом не будем останавливаться и пойдем дальше. На следующих тизерах мы видим аниматроников и надписи, наталкивающие на сюжет игры. На первой картинке мы видим два владельца, два ресторана и два поколения. И тут нам дают прямой намек, что игра будет происходить во вселенной ФНАФа. Как мы могли заметить, на первой картинке стоит Бонни, на второй Чика и на третьей Фредди. Давайте посмотрим, что разработчик написал в Game Jolt. В детстве Бен Холкомб любил посещать пиццерию Фредди Фазбер Спица. Шли годы, Бен стал старше, но после первоначального закрытия это место все еще стояло в руинах. Бен теперь предприниматель. Пользуется возможностью сделать что-то свое и покупать недвижимость. Так появилась Chompers Cave. Ваш кошмар ждет. В игре Chompers сразитесь с крокодилом Чомпером, пчелой Хани, бобром Вудсом и другими игроками в этой уникально оформленной фан-игре. Это фанатская игра, продолжавшаяся за одну ночь. Предлагает новые способы игры в отличие от всех предыдущих. Так мы видим, что эта игра происходит после закрытия пиццерии Фредди Фазберс из первой части. Есть еще несколько тизеров, которые особо не важны, но я все равно покажу. И после этого перейдем к трейлеру, который будет разбирать мой друг. Hey kids, it's chomping time! Oh, McDonald's had a bomb. Всем привет, с вами я, Крампус, и долго томить не буду. Этого прекрасного леса, и мы начнем. О, кошечки мои, я впервые вижу, чтобы в трейлере пели аниматроники. В принципе, во FNAF тоже не пели. Ну, очень логично. Короче, они поют, классно. Понятное дело, что это просто ремикс FNAF 1, только, во-первых, немножко другое здание, немножко другие аниматроники, в привычном смысле другие аниматроники. И песенки другие. Короче, гаснет свет, наши аниматроники перестают петь, до этого пели я-я-о. Что я говорю? Ну так вот, и начинается вот это. Начинается трейлер, и нам показывают сразу первое, я хочу увидеть заметку, то, что дверь. Кнопка одна. А вспомни то, что у аниматроника светятся глаза. И теперь уже, я думаю, что понятное дело, понятно, как мы будем определять. Вот, определять, как и находится на аниматронике в мире.
видишь горящие глазки, закрывай дверь. Понятно. Я ничего сказать не могу, потому что в трейлере ой, как мало деталей. Ибо то, что я видел, господи, это что божественное. Хотя посмотрите на саму пиццерию, в ней даже такого особого места нигде нету. Я не вижу ни кладовки, ничего. Я вижу только, как к нам этот крокодильчик стучится и смотрит на нас опять-таки с пятящимися глазами. И да, кстати, там есть выход. Почему выход? Потому что... Ну, куда еще может деться выход? Правильно, туда. И поэтому, как говорится, Винди, прости, но это ради тебя. Я не знаю, зачем я это сказала. И я хочу сказать, что Страус. С одной стороны, мне что-то даже этим стало напоминать фильм «Страна чудес Винни». Уже, понятное дело, сразу это, если что, шуточно записываю, не хочу, что вы там будете. Не хочу, чтобы там, типа, было считали, что я вот такой вот бездарный и говорю вот так вот, а чтобы было смешно, не знаю. Короче, я вижу, что у нашего Бомаря он поет чем, фиг знает чем. Похоже, у него голосовые связки просто как у Галкина, это хорошо. И похоже, он нас будет жрать, уже видно по ложке и вилке, что он нас решил раскусать на все кусочки вместе. Я даже офис практически не увидел, только дверь, кнопку и все. То, что к нам шел бобер, это спасибо огромное. Что я могу сказать? Бухта Фокси, как обычно, короче. Проще сказать, это просто оригинальная пиццерия. Но! Переделанная, мать. Переделанная! То есть, типа, была кладовка, нет кладовки. Были двери, нет двери с подсветкой. Ничего не могу обещать и сказать, но я, наверное, просто тупой. И ради шуток это все рассказываю. Поэтому, может быть... Будет вторая часть, но это все зависит от не от меня, а от вас, если вы наберете кучу лайков, тогда уже разберемся по-нормальному и будем внимательнее, чем сейчас мы тупим. Всем удачи, пока что, спасибо. На данный момент это вся информация об этой игре. Будем ждать еще новостей и дату выхода. А на этом все. Всем удачи и всем пока.